Инновационную систему аналитики патентной информации, основанную на технологии блокчейн, планирует внедрить в работу Федеральная служба по интеллектуальной собственности «Роспатент» совместно с крупнейшими банками России в 2018 году. Разработка позволит упростить регистрацию прав на интеллектуальную собственность и контроль их перехода, а также сделает надежнее и безопаснее проведение финансовых операций при осуществлении лицензирования и отчуждения объектов интеллектуальной собственности. Правительство страны одобрило внедрение блокчейн-системы и уже внесло ее в план действий по развитию цифровой экономики.